Сегодня 10 сентября. Мы приехали в райончик Ханье. Местность называется Марафи. Вот такой здесь пляж песчаный. Мы крутили. И около аэропорта города Ханье нашли вот это вот местечко. Песочек. Конечно, наверное, не стоило ехать за 140 километров от отеля ради такого, но нужно познавать мир. Сейчас здесь побудем часик-полтора и поедем в Ханью. Ханья — это наш конечный пункт назначения, ради которого мы приехали на другой конец острова. Посмотрим, чем славится Ханья. Вот здесь такая таверна. Висят на просушке, видимо, щупальца осьминога. Специально за сеткой, чтобы пчелы, потому что пчелы тут вот они атакуют, пытаются пробраться. Видимо, запах распространяется. Вот такой вот шкафчик. Шкафчик, видимо, все дело увешивает. Не знаю, сколько времени это все дело коптится или тут сушится, что они с ним делают дальше. Без понятия. Мы только приехали. Здесь какой-то кемпинг. Какие-то сараюшки. Дикари. Дикари на Средиземном море. Все тут туалет, парковка. Вот это будка хозяина лежаков. Два лежака стоят зонтиком 6 евро. Один лежак 3 евро. Сегодня у нас 10 сентября 2016 года. Местечко Ханье. До Ханье здесь недалеко. Может быть, километров, не знаю, 15. Где-то в ту сторону, наверное, Ханье. Мы проезжали порт Ханье. Где-то вот там вот аэропорт Ханье, куда прилетают самолеты. Но из России, по-моему, в Ханью не прилетают. Или только из Питера. Из Москвы что-то не встречали Ханью, потому что хотели давно в Ханью попасть. Но все рейсы только в Ираклион. Второй. И поедем исследовать Ханью. Thank you.
такой же типаж, как на Кипре плавал. Один в один. Кому нравится видео, ставьте лайк. Кому не нравится, ставьте лайк. Пишите комментарии.